Да, так, давай, заходи пока. Зашел. Ага. Лотов. Га. Ну шо, картавый тест вперед. О, ужас, у меня только что было 3 фпс. Окей, настало время офигительных историй. Наверное. Потому что, честно говоря, я уже не знаю, какие офигительные истории рассказывать про Марига, правда, что только могу начать рассказывать офигительные истории про хаммеров, например. Дропни Не, так неинтересно, надо хотя бы так закончить. Так, а вообще, на чем мы в прошлый раз остановились, кроме того, что мы оба ушли в минус? Ну и того, что... маригов и язык. Баги, глюки, как обычно. Медленные ресерчи по пару столетий. А-а-а, какие диелаги, ты все еще грузишься? Конечно. Очень долгая загрузка. Да, это нормально. Да. Да что ж такое? Еще долгая загрузка. Ага. Пойду отсыплю себе швепса в микрофон прямо, чтоб все слышали, как Зед отшипает себе швепс. Ну вот, швепс кончился. Думаю, ты успеешь сходить в магазин, пока она загрузится. Блин, знал бы я, я бы сейчас на Черкасскую в Микронику бы съездил за жалом для паяльника. А то... Кажется, оно загрузилось. Ну вот, а я только хотел собираться за паяльником ехать. Только оно как-то странно. В смысле А, как? не, а, все нормально. А с чего ты взял, что оно как-то странно? Планета просто была не выделена. Ага. Но теперь-то она выделена. Да. Тиамат. Аооксис. Пока, флот. Как? Пока, говорю, флот. Какой флот? Какой-то. Так. Не знаю какой, но все равно пока, да? Мне назвали какой-то дизайн кем-то. Ты, по-моему, это в прошлый раз еще говорил, как его. Nibble Little Nymphs или как-то так. Какой-то. В общем, у тебя более шустрый корабль получился, чем должен был бы быть. Должен был бы быть. А, да, для пупыря. Пупырь. Блин, ну конечно название у тебя. Отличные корабли. Да, пупыри какие-то. Чемоданы. Так, ну не падает он у меня. Так, надо, наверное, сделать что-нибудь такое хорошее, чтобы всем сразу стало плохо, как этот дроид любит делать. Ну вот чего бы такого хорошего сделать? Я думаю, мне надо бы уже как-то попытаться избавиться от столицы ящериков,
чтобы я мог уже начать пытаться избавляться от тебя и, собственно, уже это показывать всю соль космических боев с хитрыми маневрами и прочими планами. Так, ну что мне такого сделать хорошего, чтобы всем было плохо? И вообще, что у меня там? Да, надо, наверное, чаще играть в соц, потому что я уже время от времени начинаю забывать просто, что у меня уже и там исследовано. Надо в первый играть, там проще было. Ну, если взять из первого вот это, а именно что систему, где не нужно это флоты, адмиралы для флотов, и вот это обычное дерево исследований без этого feasibility стадии. Не, фисибилити в принципе неплохо, надо просто сделать всю тут, весь все тут ресерч чуть побыстрее. Потому что в первой части, во-первых, там не было вот этого вот бессмысленного, условно бессмысленного возможности исследования. А во-вторых, оно и без возможности само по себе исследование было гораздо быстрее, чем тут. Хотя, может, я был слишком технократ. Ты был Лир тот единственный раз. Не, я был еще хайвер. Я пытаюсь вспомнить, когда ты был еще Хавер. Помню, еще как-то раз мы с РКТ играли. Да, я был тогда зулом. В Да, принципе, у меня тоже тогда не было проблем с технологиями. я тоже тогда был Зулом. У меня тогда были проблемы с деньгами. У меня все с Император ядовитой снизу гриноты. сожрал полгалактики и ничего не делал. Да. А потом заресерчил прожектор и пошел убивать Хавера. Ну, это, в принципе, нормально. Тут положено ничего не делать и управлять империей. Не помнишь случаем, где тут была фигня, чтобы посмотреть список своих миров? Список чего? Своих миров. А, иконка с планеткой. И там колония снизу, да? Да. Что-то не в курсе, где тут инфраструктура написана? Она вообще где-нибудь как на А, планете пишется? нашел. Ага. Так, Альер собирал все правильно. Объяснил все правильно. Правильно, правильно. Неправильно. Ага, Хеброн 2. Я уже боюсь. Ну, интересно. Где-нибудь уже заспавнилась какая-нибудь неведомая ебаная хуйня, которая пытается нас убить? Или она еще только думает спавниться? Ты про Лиров или про кого? Я про, например, саранчу, систем киллера, сверхновую какую-нибудь. Вот. Как думаешь? По времени-то уже давно пора. Может, он там снизу жрет кого-то, мы не знали. А мужики-то не знают. Что за фигня, кстати, когда я отзумливаю, пишет огромное название сервера. Глюк текстуры? Не знаю, но я отзумливаю, и там такая стрелочка и надпись Тентакля. Прям в центр системы. В принципе, Видимо, это неплохо, да? у тебя где-то в центре системы поселились тентакли. А ты что там уже конец ход нажал?
Да. А что? Поступлю аналогично. Ну, поступай. Тем более я пока что пытаюсь собраться с мицами, что же я хочу такое сделать. А, ожидание. Оно не вылетело? Еще. Еще Движение нет. по реакции. Так, ко мне кто-то летит, но я не знаю, кто это. Так. Пока просто как серая иния. Ко мне никто не летит. Но я не знаю, кто это. У меня оно повисло. Не знаю, может оно вылетело, конечно. А, нет, не вылетело, все нормально. Мии, мой флот пролетел мимо класса. Куда? На место назначения. Ах, вы ж твари, комбат флит ко мне гоните. Лиры? Да, хотя тут мой комбат флит. А я, пожалуй, рискну набежать на столицу. Хотя Правда, тут я... кто-то упоротый комбат флит. Чего? Упоротый, говорю, комбат флит какой-то. А, чего так? Оу, деньги, вы куда от меня убегаете с такими темпами? Там что-то очень музейное. Пошли туда мой главный комбат флит, который называется Запучка. Который из чемоданов? Нет, который в каждую бочку запучка. Так, як. Надо как-то из минуса выбираться. А то минус полдня, это не весело. Как, кстати, из... Чего? Так, из вот этого нового заказа убрать корабль, который ты поставил. А, щелкаешь дважды по заказу, у тебя открывается это список кораблей в заказе. Нет, вот подтвердить заказ. Я туда один поставил, надо его убрать оттуда. А, там рядом с названием корабля с какой-то из сторон есть это мусорное ведро. Не с названием корабля, а на самом чертовом днище. Днище ебаное. Ну, на удивление, у меня дофига промышленной мощи, но у меня ни хрена экономики. То есть я могу за один ход построить три своих самых топовых боевых корабля в столице. Но денег у меня на это ни хрена не хватит. Ну блин, здесь еще корабли так это упорото строятся, да? Хотя не помню, как они в первом соте строились. О блин, как я давно же в него играл. В общем, тут-то... Или погоди. Не, по-моему, они также строились. То есть сначала ты платишь, типа, как это, предварительный взнос за корабль. А когда он у тебя достраивается, ты полностью его цену доплачиваешь. Пытаюсь найти. Так, ну вот, допустим, построить судно, да? Так. Ну ничего себе, у меня 1 020 000 на содержание флота. 1 020 000. Флота проблемы. Флота проблемы. Не, здесь походу это без этой вот, без покупной цены. То есть, это, когда корабль достраивается, тогда ты его это и покупаешь. Так сказать. А в первом случае там сначала, по-моему, платишь тебе сколько там, небольшой первый взнос. И потом это. Как это, по мере строительства вроде бы он еще идет. Ну вообще надо поиграть, вспомнить. Так. Или чего же я все-таки хочу? Чего же я все-таки хочу? Хочу ли я себе технологию через 4 хода? Или я хочу себе бюджет более-менее нормальный? Хоть когда-нибудь, да? Ну, он у меня был нормальный до тех пор, пока я не построил пару дредноутов. Мне бы такие парадредноутные проблемы.
У тебя прокрейсерные проблемы? Ну, в принципе, мои параклейсеры могут разобрать много чего. Ну Но да. проблема в том, что у меня нет ни хрена денег, чтобы строить нормально хоть что-то. И чтобы ресерчить хоть что-то. Ну да. Надо побыстрее разобраться с финансированием колоний и с всяким мелким мусором. И застопорить все, кроме ресерча полезных вещей. Вот дострою один боевой флот и буду его просто патрулями раскидывать на разные системы. Я же хайвер, у меня за один ход можно кого угодно, куда угодно послать. О, ужас, у меня реакционное перемещение. Очистить выбор, подтвердить. Не-не-не, спасибо, я не собираюсь никого там перехватывать. А, у кого там бой? Ты у тебя? Само собой. Мало ли там какая-нибудь большая страшная ёба прилетела к Ии. Не, ко мне всего лишь прилетел ударный флот. У них уже возвращение. Ну, молодцы, пока, ребята. Патруль на 22 хода, это, конечно, пушка. Ну, с их всего лишь полтора раза больше, чем у меня. Это не я заперт здесь с вами, это они заперты здесь со мной, да? Типа того. Вот из-за того, что ты не нашел, чем записывать соц, мне тебе придется этот кусок вырезать. Ке-ке-ке. Ищи, чем записывать соц. Resolved. Табриэль самодостаточен. Наверное. Скайрим тоже. И Муравин тоже. О, мы сломали один корабль, тут непонятно какой. В смысле сломали? Класс шип, Казбин Дислов, непонятно, конечно, что это за корабль. Может, дрон сбили? Зато я им сломал 4 корабля. Дроном, да? Не, я лидером. Что ж. Да, конечно, стало несколько сложнее придумывать комментарий, когда не можешь говорить, что ты делаешь, потому что иначе об этом будут знать другие игроки. Точнее, другой игрок, потому что здесь его только один, кроме меня. Вот. Хотя, если к нам законнектится кто-то, кто назовет себя AI-плеер, я, наверное, так этого и не узнаю. Хороший план. Так, ну что там мои
Мои летят понемногу туда. Демоны. Колбаски. Флоты. Invasion Fleet, Construction Fleet, Colonization Fleet. Блин. Конечно, с этим надо что-то делать. Так, здесь у нас... Что у нас здесь происходит вообще? Что у нас здесь вообще Ну, происходит? странно. Что? Проблемы от Цифер? Так, это непонятно фигня. Может, я смогу сделать ее понятной фигней? Сверху в правительство ноль, исследование ноль. А, глюк? Надеюсь. Подвигай ползунок. У меня такое, как... По-моему, у меня как раз таки вот в этом летсплее было что-то такое, что я там что-то как-то подвило ползунок, и у меня сразу же стало это... Типа, в следующем ходу у меня будет минус 15 триллиардов денег. Ну чё это, как это называется? Эффективный менеджмент бюджетных средств. Разве нет? Оу. Надо заселять планеты. Манекен, да? Нет, ну все планеты заселять дорого. Это как если заселять Сибирь, только если бы Сибирь имела бы уникальную атмосферу из ядовитых спор и всякого прочего щачла. Атмосфера щачла. Но все равно ничего нового не происходит. О, три комбата. Это уже не у меня. Да, это уже у меня. Спасибо, что заметил. Я сейчас немного отвлекся. Сейчас еще на момент отвлекусь. Так. Заградфлот, пираты, пираты. Бла-бла-бла. Только один бой, короче, будет реальным. Так. Боевой манагер. Ну да, все с той же стороны набегают. Так. Сейчас убрать эту хрень, что мне мешало. Ну что, поехали? Сейчас. Очередной раз. Одна и та же битва. Вот я, блин, именно поэтому, что вот я тебя ты и присумаю, потому что если я постоянно буду вот так вот одну и ту же битву играть, потому что и на другое не способен, я, наверное, просто это от скуки заброшу, а так у меня будет хоть какая-то перспектива в перспективе. Что-то я не слышу радости в своем голосе. Сонный убил. Эх ти. Я вот думаю, может на завтра отпроситься. О, эй, уже закончился. Да, опять миноукладчики прут. Видимо, действительно какая-то травма детства.
первую очередь отстрелить двигатель. Я сказал двигатель, а не корпус. Но тупые! Это с тех пор, как они перепилили вот эту систему прицеливания. То есть один щелчок, ты выбираешь как бы секцию, по которой стрелять хочешь. А если двойной щелчок делаешь, то они уже будут стрелять в эту точку, в которую ты щелкнул. А? Да. Ну, понятно, почему у них так быстро пушки кончаются. Ага. Разморозить мясо, пожарить мясо, а? Кого-нибудь. О, да у них какое-то отражающее покрытие уже исследованное. Но недостаточно хорошее. Но достаточно часто отражает. Так. Куплай, идите сюда. Ой, ну не надо от меня убегать. Вы знаете, что ничем хорошим это не хочется. Кстати, Тед, тебе на заметку. Если завести огонь по разрушенной секции, то урон распределяется 50 на 50 между уцелевшими и оставшимися. То есть пофиг, можно мочить по разрушенным, да? Ну да. Но будет это идти, так сказать, с половинной эффективностью. Почему? Оно же будет доставаться 100% урона, только половину урона первой части, половину второй? Да, ну смотри, допустим, да, у тебя корабль, которая, ну грубо говоря, 1000, да? Ну? Допустим, ты наносишь чем ему 40, ну грубо говоря, 100 урона, да? То есть, ты будешь стоять, если по целой части, и пробьешь у нее, будешь пробивать ей броню, ты будешь наносить ей это 100 урона, а если ты будешь по разрушенной части бить, то у тебя будьте по одной части целой 50 урона и по другой части 50 урона. Ну значит, когда тушку снесли, надо его на хвостик переключаться, понятно? Окей, мой сторожевой флот умудрился запугать пиратов до того, что они решили оставить мои транспорты в покое. Окей, мои пираты запугали мой сторожевой флот до того, что он решил оставить их в покое. Все упоролись. Да, блин. Телефон. Какого-то хрена у меня телефон. Ненавижу телефон. Как я тебя понимаю? Хоть я бы весело. Весело. Нет, а вот это будет не весело. Что бы такого? Чтобы такое сделать, чтобы было весело и чтобы ты не услышал. Как обычно, какое-то бессмысленное говно. А, как я тебя понимаю.
Нет хуже говна, чем бессмысленное говно. Странная фигня. Настолько странная. Вообще у меня все еще правительство ноль, исследования ноль, при этом расход-доход есть, но бабло при этом все равно продолжает капать в минус. Смысле правильно. Попробуй ползунок пошевелить. Да пошевелило, но все равно медленно, но верно падает в минус. А попробуй безопасность пошевелить. Пошевели вообще все ползунки, которые это большие. Может, ты там умудрился как-то это, случайно зашевелить какой-то ползунок куда не надо. Хрен его знает, все равно бабло куда-то делается. Глюк текстуры. Не знаю, вот сейчас вот по нулям, да? Чуть-чуть сдвинул налог. И оно уже не по нулям. В общем, у меня какой-то упоротый экономический каскад, непонятно с чего начался, непонятно почему. На, кстати, да, ты там это налоги же у себя вроде шевелил. У тебя там мораль еще не разваливается? Не, нормально. У меня есть. У меня есть. Страшная хуйня. И я не боюсь эту страшную хуйню использовать. Только сначала надо технологии для этой страшной хуйни доисследовать. Что реально, вот с этой хуйней марийские тяжелые дроны, они становятся просто. Берите от меня эту хуявину! Так, як. Конечно, этого я делать не буду. Окей, следующим ходом у меня опять будет дофига боев. Потому что я буду завоевывать столицу. Пытаться, по крайней мере. О, блин, а я уже думал, она у меня сейчас крашнется. Что там такое? Да, это, долго думала. Да, вот из этого и состоит большая часть мультиплеера соца. Ожидание. Нет, она состоит из блядской борьбы с тупым управлением. Ну да, и этого тоже. Потому что у меня есть флот, из которого мне надо поменять корабль с кораблем в другом флоте. Но я это не могу сделать, потому что в обоих флотах одинаковое количество кораблей, и это лимит. Да. Проблематично. А если его поставить на разборку, то он же не будет сразу выкинут из флота, да? Не в... Или будет. В общем, это полный пиздец. Два флота в одной системе, чтобы перевести один корабль из одного флота в другой, но поменять местами два корабля. Надо оба эти флота загнать в другую систему. И то не факт, что выйдет.
что в этой системе почему-то даже нет резерва, куда можно перегнать флот. Если резерва нету, это значит, что это... Ну, если планета сама не поддерживает никаких флотов, это значит, что в ней нет развитых колоний. Не, ну тут написано 16-17 снизу. Ну вот. Уже на лимите. Оу. Что? В рейд зовут. Нет, еще Еще хуже. чуть меньше часа. Где-то нашли в космосе королеву Роя, которая куда-то летит, но при этом упорно не хотят ее показывать. Это заговор. Эти хайверы, это сепаратисты. Они хотят отделиться и служить королеве Роя. Какая подлость, да? Что бы еще можно было бы позаписывать из игр? Distant Worlds. Можно, но вообще кроме стратежек, что называется. А что еще кроме стратежек записывать? Ну, я не знаю. Вообще, можно, конечно, попробовать записать More Utopia, но Да из... ладно, такого небось сотни уже позаписывали. Ну из того, что я это, блин, про игру слышал, это полный это вынос мозга настолько, что там это даже вангеры с периметром отдыхают. Это ты еще в Тургор не играл. Это там, где бегаешь и красишь все. Да. Я че? Резолв, кстати. Чего? Резолв. А, сейчас будет резолв. Так, ну ладно, здесь... Так, что у меня в втором слоте 2? Так, ну ладно. Поехали. Штурмфлот 1 потянет первые два боя. Штурмфлот 2 потянет третий бой. Ну что? Аминь. Вот мы появились в системе. И вот нас уже что-то встречает. Что-то злое, нехорошее. Что-то сейчас прибежит, прилетит, не знаю. Так. Ну, такая же, это было шедевральное место, чтобы выйти из гиперпространства почти что прямо перед планетой, согласись. Сойдет. Да и то это даже не гиперпространство, это просто гравитационное ускорение. Ох, ты у нас кто? Броненосец, ты у нас кто? Щитхана, Щитхана, что ты делаешь? Ага, прекрати, иди нас... Ты и так на самом нижнем плане. Ты, да, ты иди сюда. Ты, да, ты иди сюда. Я не хочу, чтобы ты торчал тут перед всеми, как... просто табличка, подстрелите меня. Ой, много планетарок. Очень много планетарок. Он зря я сюда сунулся. Так тебе и надо. А это здесь при чем? Это они мне тут поменяли столицу. Не пойми зачем. Так. Это будет больно и больно. Да, блин, прям звездные войны какие-то. В плане того, что всюду летает какое-то пыщ-пыщ непонятное.
крафтная. Не хватает только этой тематической музыки. Потом сам подстанешь. Ага. Хотя а я потом твой... тебя забанят на ютубе копирасты. Найдут, чё? Где ты живешь, и сожгут твой компьютер. Проклятые копирасты! А-а-а! Нет! Что вы делаете, наркоманы? А еще они изнасилуют твоего кота. Но у меня нет кота! Куда ты его дел? Он на даче. Ой, блин, у меня один крейсер развалился. Это ты будешь копирастом отмазываться, когда они придут насиловать твоего кота. Насиловать мой крейсер? Нет, кота. Я буду отмазываться тем, что у меня развалился крейсер? Нет, тем, что кот на даче. Но у меня же крейсер развалился, сейчас еще один развалится. Да. Без брони проблемы. Марига проблемы. Наверное, стоило таки ставить больше point defense. А! Все на нижний план обливиона! Наркоман, ты куда прешь? Я сказал в нижний план. Это не нижний план, наркоман. Вау. Это не может плохо кончиться. Это уже плохо кончается. А, наркоман, лети вниз. Консолидируемся, парни. И совершаем стремительное продвижение. Я не понял, это еще один мой крейсер только что лопнул. Мне как-то сложно было определить по оставшимся от него обломкам. Да, ну по крайней мере, единственное, что красиво, это башенки разлетаются. И где твои хваленые линкоры? Охраняют систему? Ну, молодец, чё. Слушай, они дорогие! У меня денег нет нифига. Ха, у меня минус 2,6 ляма. Ты будешь денег нифига. Да ты наркоман, выходи из минуса, а то у тебя империя развалится. Я пытаюсь, оно что-то не хочет. Наоборот, ко мне всякие беженцы, бомжи набегают. Как в Евросоюзе живут. А почему вот, как? На прошлом ходу один флот, на этом ходу два флота. Ты, а почему как? Ну... Как там было, курица не птица, Польша не за границей? Только теперь курица не птица, Эстония не ЕС. Ну, условно ЕС. Условно ЕС? А, что я здесь делаю? Нет, зачем я здесь? Я не хочу здесь быть! Ну, знаешь, есть страны Евросоюза такие, как Англия, Франция, Англия, Германия. Англия это страна Евросоюза? По-моему, нет. Только я помню, да. Иначе бы они не хотели устраивать референдум о выходе из Евросоюза. Или нет. Это они так заранее подразумевают, что что-то там так и не решили до того, как вступить референдум о выходе. Так, сейчас я проведу референдум о выходе этого флота из этого Евросоюза. А, ну да. Потому что что-то мне подсказывает... Чего? Что-то мне подсказывает, что у меня сейчас... Евросоюз не выходит? Полный съеб! Да, захвачу их столицу. Это будет прикольно. Я немного не рассчитал свои силы, хорошо? Самую малость. Вот просто вот столечко не рассчитал. Сваливайте, наркоманы! Не поворачивайтесь боком! Что вы делаете? Тупые птицы. Колбаски. Как игра злые птицы, так тупые птицы. Что вы делаете? Сваливайте отсюда! Снеси на них яйцо. Почему вы спиздите боком, наркоманы? Выставь им ритм положение. Я им выставил, они летят боком!
Понял, это хитрый план, это дроны паркуются рядом с ними, из-за этого они не могут лететь прямо. Да, это явно будет представлять из себя проблему. Это явно будет представлять из себя проблему. Валим отсюда. Так, ну что, у меня еще один флот евроинтеграторов есть. Но я думаю, такими темпами это есть превратится в Белл. Надо было объединять в один флот и сюда. У меня в каждом флоту по 11 кораблей. Какие-то у тебя карманные флоты? 66 командных очков же. Максимум, который у меня сейчас крейсер держит. Лол, тоже фигня. Так, построй командный линкор один, желательно. Сначала его исследовать надо, прежде чем застроить. Это как в этом, в Простоквашине. Прежде чем продать что-нибудь нужное, уже купить что-нибудь ненужное. Да, у нас денег нет. Героическое бегство. Да. Просчетик вышел, однако. Почему про счетик? Это вышло героическое бегство, как и задумывалось. Да. Героическая евроинтеграция. Евроинтегрировался. Даже выжил после этого. А, нет, еще один раунд евроинтеграции. А, полный вперед! Не дайте им подлететь к вам близко. О, там кто-то убивает себя этими кислотными ракетами. Во, вспомнил. И попробуем повернуться на бок. Потому что ракеты летят сверху и снизу. Воу, 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 стоп, 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 стоп. Не, в этот фейерверк я влетать не хочу. Нет, 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 спасибо. Я не хочу влетать в этот фейерверк. Феерический верк. Три суплая. Так, нет, 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 нет. Так. Эх, жаль, у таргетов никаких дисков нет, как это у людей на кораблях. Помнишь, да? Прожих людских кораблей. А, да. Ящерики, прекратите уже убегать от меня. Вы мне на нервы действуете. Я просто хочу вас испепелить лазером. Так, полный тормоз, ребята. Полный тормоз и полный по ящерикам. Так, ящерик один кончился. Не, ну это проще, потому что здесь уже не боевой флот, как бой был там. Если бы сейчас против меня вышел тот флот, я бы сейчас это, огреб бы тоже это, по полной помидоры. Так.
Только что мне подсказывает, что я... Да, я сожрал лицом кислотную ракету. Ну как, шипуче, да? Шипуче! Как это у кого-то это дворфы в крепости это украшали вообще все. Стулья, кровати, столы шипами. Суровая крепость суровых дворфов йог. Может они просто ежефилы? Соника ёбы. Прожект завершён. Надо уже это, продвинутую эту лазерную пычку ставить. А то эта непродвинутая лазерная пычка как-то недалеко стреляет. Но у меня нет денег на ретрофит флота! Где бы взять деньги на ретрофит флота? Ау. Ха-ха. Ау, 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 ау! Чувствую себя США. У которых несколько триллионов долгов. В отличие от США, тут не найдется толпы идиотов, которые дадут тебе деньги. Да. И новый напечаток раздать всяким идиотам тоже не получится. Да, потому что идиотов нету. Ну нихера себе! В принципе, может, танки, лиры и прочие идиоты, но у них есть отличный иммунитет от тебя. Называется, они хотят тебя убить. То есть, если бы они пытались с тобой разговаривать, был бы шанс их заболтать, так далее, и тому подобное. Да, поскольку они вместо разговора сразу переходят к насилию. Но, с другой стороны, это тоже похоже на США. Блин, надо посмотреть, есть ли мультиплеер в Голдсиле. Новый. Пофиг, они все годные. Во второй точно не было. Жаль. Но зачем? Там же ведь одно кинцо вместо боев. Какая разница, зато там нормальная дипломатия, технологии и все такое. Ага. В какой еще игре можно получить кучу профита, продав свои старые боевые... катерки. Истребители по цене линкора. Да. Ты рассказывал. Да. Ну, в принципе, они и могли запинать вражеский линкор. Все было рассчитано. Вау. В общем, это пошло немного не так, как я планировал. У них там Homeworld уже полностью размножился до полного размера и еще чуть больше. Что это будет одновременно болезненно и одновременно неприятно. Или как там это? Gross and painful. О, какой-то флот уже убегает. Жаль, нельзя точно узнать, насколько твой корабль вышел эффективным. Ну да. Это тебе не это, не Gratuitous Space Battles. У тебя там не долгая загрузка? Не, у меня уже нормально все. У тебя уже нормальная загрузка. Кстати, какой там сейчас это последний этот эпизод охуительных историй из пограничных земель? Чёрт. 5, кажется. Не, эти. Скачать что ли, поиграть? Или тебя дождаться? Вот что за нафиг, почему? А, я понял, почему я не могу вынести этот корабль из флота. Почему? Это команда. Гениально. В первом соце такой хуйни не было!
Постепенно пересобираем флот из всякого мусора и пупырей, чисто пупырей. И старый дизайн, который рек тузок, потому что они с торпедами. В принципе, надо бы и Потому новый что они дизайн с торпедами ректузок. сделать. Не, не с торпедами. Мои пупыри, они со стрейфами просто. Они с чем? Стрейф. А. Хайверам немножко нужна маневренность, а торпеды все равно самые узкие. Не, ну стрейф тоже, конечно, полезно. Но не настолько полезно, как я говорил уже это Зулом и этим Лоа. Если так думать, Лоа стрейф будет даже еще более полезен, чем Зулом. Ну, я за них как-то не повезло поиграть. Да за них играть как-то это упорото. Да ладно. А, так. В мусор. Ты, да ты, сколько ты там еще будешь строить этот корабль? Один ход. Да, блин, отзумливаюсь, смотрю на свой торговый радиус, вижу такую жопу. Это твоя торговля, типа? Да, это моя торговля, типа. Оптимистично, типа. Так, до скольки там лучше не ронять мораль? 50-40? Окей, снижаем постепенно налоги. Потому что мы наконец-то выбираемся из легкого днища. Потому что мы наконец перестаем быть США, да? Не, не перестаем. Нам все еще очень хреново. Постройка судов, постройка судов, постройка судов, постройка судов. О, блин, сплошные судоку. Так, ну и... Так. За сколько я построю эту хрень? За один ход? Окей, один дредноут за 1 404 750. Как думаешь, оставить себе несколько носителей боевых эсминцев или пофиг распиливать? Оставь, если будешь использовать эти боевые эсминцы. Вот именно эти носители вряд ли. Они какие-то музейные вообще. Ну тогда распиливай. Хотя они, в принципе, вполне новые, им всего 37 лет. Интересно, а где Ghost Ship? Да, В принципе, неплохой флот вышло. дорогие корабли, Из дорогие. музейных остатков. Нет, я из музейных остатков, к сожалению, флот построить не могу, потому что у меня нет музейных остатков. Точнее, у меня есть музейные остатки, но они именно музейные остатки, а они находятся в столице. Они ее музейно охраняют. Конечно, пушка, когда в строительном флоту один командный корабль, два корабля снабжения и один корабль-строитель. Да, кораблестроителей должно быть больше. Что значит 0-0 хп у станции? Или значит оно чинить не умеет? Значит, он чинить не умеет.
Вот интересно. Как и главное нахрена? У меня систему показывает как моя, по идее, колония, да? Но в ней одна планета с климат-хазардом, на которой вообще нет моего населения. И при этом там умудряются висеть мои станции, защитные станции и все такое. Что это за фигня происходит? Не знаю. Ага, вот где вы сидите, твари. Где? Да, у меня тут в одной системе аж три вот этих миноносца упоротых. Интересно, это там не была вообще колония когда-то, потом ее снесли, или просто каким-то раком там умудрились построить порт? Ну, есть технологии, которые позволяют в ненаселенных системах построить это станцию строительства. Ну, флотскую, исследовательскую или еще какую. Ну да, но нахрена? Перевалочный пункт устроить, расширять зону снабжения. Я Хайвер, я отсюда могу перевалить только к тебе в гости. И то это не самая удобная точка для перевалки к тебе в гости, потому что придется лететь через огромную пустоту. А может, не надо ко мне в гости пока что? Может, надо? А может, не надо? У меня сейчас типа экономический кризис и все такое. Я не успею подготовиться. Конечно, немного упорно, то, что мне сказали ПВП на следующем ходу, а у меня дают реакшн на перехват. Ха. А, вот и ПВП. Да. Точнее, не ПВП, у меня это. Опять эти тарантасы набегают А, откуда-то. лол, мне показали вообще другую систему. Мне показали Тимат, у меня флот бой в Альверсе. У меня в Тиамате сейчас бой. Вот мне его и показали. Ожидание боя, у АИ-плеера конец хода. Оно А с зависло. тобой что ли поставить? Где? Да, там фигня всякая происходит. Если пираты, то автобой. Если что-то другое, то лучше это, сражаться руками. Потому что иначе это... Комп тебе проиграет простейшую войну этому другому компу.
Вот видите, вот опять. Миноукладчики. Тонны луч, да. И термоядерные пушки. Непонятно, вот они откладывают мини или нет. Переключись на это, на сенсорный вид. На сенсорном виде вот сразу. Откладывают. На сенсорном виде их сразу же это видно. Хорошо, мины. Только, блин. Тупейшее управление. Почему мои корабли, вместо того, чтобы лететь в бок, как я им сказал, летят на врага? Конечно, несет какой-то логический смысл, но это абсолютно тупо. Я не знаю, что тебе надо ответить. Короче, хрен с вами, мочить их на автоатаке. Но укладчики с торпедами абсолютно бесполезны. Не, они, в принципе, довольно дамаговые боевые, но при этом... Бесполезные. Да. Пофиг. Этих автоатакой будем добивать ломичей. Врезался. Подлезите меня ближе, я хочу ткнуть его своим копьем. Полнейшая ваха. Да, вот у меня, именно этим у меня сейчас один дредноут и занимается. Он подлетает в упор, чтобы капитан мог выйти в открытый космос и ткнуть вражеский корабль копьем. Потому что да, у маригов это традиционное оружие, это копья, а не мечи. Кстати, хохма, в этом, в последнем этом Dawn of War 2, который, как его называют, как он там, Retribution, да? Там, когда играешь за имперскую гвардию в скирмише и нанимаешь отряд комиссаров, да, там есть отряд комиссаров. Отряд комиссаров? Ну да. Один комиссар, это уже опасно, но целый отряд. Да там, по-моему, комиссары это, так сказать, сопутствующие ему гвардейцы, я не помню, честно говоря. И если приказываешь ему сесть в БТР, он... Что он говорит? Drive me closer, I wanna hit him with my sword. Да? Да. Сейчас, это, если найду это видео на Ютубе, скину. В принципе, на удивление, именно укладчики дамаговые. Ну да. Они еще нет, просто... не минами, просто они сами по себе довольно хорошо обвешаны пушками, у них есть торпедницы, которые компенсируют недостаток остальных пушек. Хочешь поржать? С помощью мин можно охуенно избавляться от абордажных капсул. Они влетают в это минное поле и подрываются на этих самых минах. Дроны, абордажные капсулы. Просто влетают вот в это вот месиво. И все. Привет, картавый. Yeah.
Я не успею убить им командники. Ну что ж ты так? System update. А красным оно показывает Что? потери или сколько осталось, и ничего вообще. Красный это, по-моему, потери, да. Что такое? Нифига непонятно. А число это сколько осталось? Где чего? Ну вот у меня на планету побомбили, и непонятно, что с ней произошло. А. В общем, самый простой способ это щелкнуть по планете и посмотреть, что с ней случилось. О, у них дисрапторные торпеды есть. У тебя и у кого? У них. У них, у киборгов? У рыборогов. Рыборги! Это еще хуже, чем киборги! Это вообще О! мясо. Вот оно, мое сокровище. Достали мне версии 2 войдите. Может, у тебя там какой-нибудь рейд-босс сидит? Ха. Какой-нибудь там Гул'дан или Гарош? На, хрен сдам. Хрен сдам. Хрен сдан. Хм. Хрен сдан. Наверное, какой-нибудь типичный босс. Вот он, как нападать на великого хрен Сдана. Хрен сдан. Не, ну а чё они? Зато у меня экономика постепенно выбирается из минуса. Такими темпами она выберется из минуса ходов так за 40. Да, такими темпами оно когда-нибудь выберется из минуса, да? Во-во. Дредноут. Вооружение ракеты, ракеты, бла-бла-бла, point defense. Цена прототипа 5 миллионов, серийного 1,5 миллиона, грубо говоря. Всего лишь. Ну что, как там капитан царапал на борту какого-то корабля? Бесперспективняк. У меня такое чувство, что я... Да, конечно. Гениально. Просто это я все сделал.
Еще, конечно, гениально то, что удаленные из проектов дроны остаются висеть в корабле. В космосе. Нет. В этом, в списке возможного оружия для установки. И страшным висеть в космосе страшным напоминанием для него пролетающих торговцев. Да. Окей, осталось сделать найти еще целых 5 миллионов денег на то, чтобы построить эту хрень. А потом она получит какой-нибудь убогий перк, и я сделаю мега фейспалм и вообще все прочее. Так, конец хода. Два боя. Что за на... А, рыботорговцы. Рыботорговцы? Ну да, слейверы. На автобой их? Или что с ними делать? Можно на автобое. У меня все равно там с ними воевать некому. Но если некому, то да, автобой. У меня там два колонизационных флота каким-то хреном. Что они тут делают, идиоты? Вы же львецы должны супортить. Я сказал автобой, вы наркоманы хреновы. На, Combat Stimulation. Все правильно, свалили. Свалили, водим хоровод вокруг планеты. Слейверы там кого-то встретили и с ним мочатся, непонятно кого. Какая-то далекая точка в углу карты убила слейверов. Что я сказал на автобой? А, это нормально. Хрен вам, а не бронза на альфу. Что за алшип из Торнмопен? What? Да, вот что-то у нас корабль открылся. А, критический удар по твоему кораблю прошел. Что это вообще за кофемолка такая мелкая? Какая кофемолка? А, это походу полицейский корабль. По крайней мере, он мигает как дискотека, и он бесполезен. Вот именно вот это вот и вся суть полицейских кораблей в этой игре. Они мигают как дискотека, и они бесполезны. Тупой Лир, он не знает самую главную деталь. Какую? Если он убегает от нас, значит он получит движок. Хитрый план, такой хитрый. Как они умудряются critical hit починить? Ну, некоторые критики алхиты, они это чинятся. Например, гидравлика турелей. Такое вот, что называется, по мелочам. Конечно, двухкратный, трехкратный, четырехкратный, пятикратный, десятикратный, двадцатикратный урон они починить не могут. Учитывая то, что десятикратный, двадцатикратный урон проходит только по станциям. Чего такое счастье там по ним проходит? Да, вот не знаю. Такие вот станции станционные.
чтобы у вас нет торпедниц на заднем этом. На заднем корабле? Ну, на задней полусфере. А торпедами не нужно быть на задней полусфере. Вот эти вот шароёбные торпеды, да? Они на самом деле набирают мощность, чем дольше они летят. Поэтому, так сказать, отстреливаться торпедами, убегая от кого-то, это вполне, так сказать, жизнеспособная тактика. Главное, не зарулить случайно в торпеду соседа. Ну, вроде их победил. Вроде победил. Да. Это вообще пушка. Слейверов таки убили. И непонятно, украли они кого-то или нет. Тоже абсолютно неинформативный интерфейс. Ну, я же говорю, это единственный выбор, это щелкать по планетам постоянно. Нет, единственный выбор это щелкать далее. Класс судов Огненный Червь в ваших войсках был назван Тормоз. С одной стороны, это сука обидно, но с другой стороны, что за нахрен, что за Огненный Червь? У меня есть такие разве? Какой-то музейный корабль отминовали. Это червьё, которое рядом с этой, с солнечной колонной летает. Ага. У тебя во флоте где-то Мунлорд затесался. Я медленно, но верно крадусь из минуса. А, вот Invasion Fleet возвращается. И сколько его возвращается? 3 корабля. 2 грузовоза и командник. Туристы хреновы. Туристы. Блин, откуда у меня 700 кораблей в списке? А у меня 574 корабли в списке. Кстати, о кораблях в списке. Может, пару станций снести? О, красота. Как, кстати, правильно станции снести? Как и корабли. Убираешь систему, чтобы узнать, что это за станция. Бросок это гейт, наверное? Да. Аванпост это аванпост, наверное. Аванпост это флотская станция. Ну нахрена у меня тут аванпост? Просто? Тут, блин, 1000 климат хазарда. Блин. Я еще не могу хладнокровно улучшить свою торговую станцию до 4 уровня. Кстати, дизайн... Нету корзины дизайна. В смысле? На этом что-то удалил, кажется. Старые дизайны. Нет. Нет? Нет. А по кораблю нельзя восстановить дизайнера? Нет. Жаль, придется с нуля тогда это собирать. Хотя, если я подглядел этот дизайн, он бы все равно потребовал денег, да? Угу. Прототипен. Угу. Ну и хрен с ним тогда пока.
Может, у меня, кстати, бабло в минус пошло из-за того, что я население до нормы уменьшил. Может быть. Все очень может быть. А тут есть кнопка для контакта с другими мирами? В смысле? Ну, с другими нациями и так далее. Ну, рукопожатие? Ну, кнопка с рукопожатием. И что тут делать? А чё ты хочешь? Сказать, чуваки, хватит воевать. Ну, там стрелочки, видишь, сверху это у каждого рядом с именем. Ну. Вот, щелкаешь по правой стрелочке. Так, по-моему, жди, по-моему, там даже этот догу. Так, договор. Да, по-моему, договор о перемирии, типа мир, например. И это. По-моему, так это работает. Работало, работает. Что за рбо? Расовые очки дипломатии. У тебя сверху пишется еще ГДО. Или ООО, общие очки дипломатии. Одно РДО равно двум ООО. И даже не спрашивай меня, чему равно одно ЗАО. Они упоролись. Оу, хей. Следующий ход будет 222-м. Так, и что у нас тут происходит? А тут у нас происходит просто немного больше торгового дохода. Шпроты отклоняют мой договор. Смерть шпротам! Шпротософти. Опять что ли население поднять? Ну, на хоумворде можно. На ком из них там нет три планеты? На том, который 10 размером. Ты же там все равно ничего не строишь. Все так, а у меня все три 10. Вообще не, не все три. До скольки поднимать? 75? Ну, можно 75, можно полностью на 100. Только учти, они же ресурсы жрать будут. Шахтерством их нанести выйдет? Нет. Увы, шахтерство кануло в лету. Вместе с флотами без этих упоротостей. Но, блин, как же можно без шахтерства? Они в конец долбанулись. Это же была лучшая часть в игре. Для хайверов, да. Лучшая часть в игре. Не, сейчас до сих пор есть эти шахтерские станции. Их хреначишь в системе на бесплодные планеты или большие астероиды. И они увеличивают промышленный выход ближайших систем, если в системе, где они находятся, нет населенных планет. То есть в лесу, в системе теперь можно только потратить ресурсы, да? Да, потрачено! Ну это вообще дно. То есть если правильно запилить зулов, они рано или поздно сами сдохнут, потому что у них кончится все. Отличный план. Если ты запрешь зулов, к ним рано или поздно прилетит сука. И доживет остальные их ресурсы. Хороший план. Нет, тут уже он начнет жрать тебя. Да ладно, это огромный труп дельфина с двигателями.
Кстати, надо уже сохраняться и закругляться, наверное. Ну, а, у тебя уже конец хода? Да. Ну ладно. Тогда шо, на этом пока что все. Так, подведем итоги А что, мне сегодняшней. сохраняться, выходить или как? Погоди, давай сначала подведем итоги. Так, что нам. Лол, у меня опять те рыбы набегают и опять пираты набегают. Рыбы и до тебя долетели, ну ты даешь. А, нет, не рыбы это, ящерики. В общем, сейчас, пока я тут выношу ящериков, пока что подведем итоги. Так, что у нас вышло в сухом остатке? Я попытался набежать на столицу ящериков. Столица меня немного унизила. Я от этого очень обиделся, но при этом я получил новую вундервафлю. Вау! Сколько вас тут, ребята? Что-то тут летит такое здоровое, но мелкое. О, эй, канонерки, канонерки! Что? Ну, боевые эсминцы, боевые эсминцы! Ящики запустили боевые эсминцы! Правда, они недолго пролетели. Может, это просто очень маленькие ящерики? Нет, это боевые эсминцы именно. Ты уверен? Да. Я более чем уверен, потому что они умирают, когда у них лопаются две секции. И у них нету больше двух секций. Эй! Окей! Хитрый план! Отвлечь меня боевыми эсминцами, между тем командный корабль прилетает у меня за спиной. Хороший план! Какой, однако, хитрый план, да? Униженный рептилоидами, не снимая свитер. Что? А почему тут свитер? Потому что. А, это этот, носитель канонерок. Надо было Боевых его называть эсминцев. свитер. Да, свитер. Точнее, надо было эсминцы называть свитерами. Блин, тут целый флот этих миноукладчиков и всего один этот батлрайдер-носец, который уже потерял свои батлрайдеры. За то, как он тебя понерфил. Как он меня обрадовал! Нет, три батлрайдера против двух дредноутов, у которых к тому же это много поинт дефенса, это как-то не особо сильно будет. Но все равно меня это радует. Раньше они так не умели. Че, уже отваливаешь? Ну, погоди, сейчас. Ну блин. Добью ящериков. Давай уже итог подводить. Ты там полгода рассказываешь, как ты мочишь один несчастный батлрайдер. Батлрайдеры уже кончились, уже остались эти только. Ну а итог, что я пытался унизить родной мир ящериков, ящерики унизили меня. Вот. Ты отбивался от шпрот, которые пытались ее унизить, потому что, видимо, у него там в системе, в которую они налетают, живет какой-то рейд-босс. Они всюду налетают. В общем, на территории Хайвера всюду живут рейд-боссы. Да. И, видимо, хайверам пока придется жить с перенаселением, потому что иначе не хватает рабочих рук, чтобы выходить из минуса. Ну да. Ну и, собственно, я сам сейчас это понемногу выхожу из минуса. Вот сейчас у меня пираты унизят очередной мой транспорт.
Получше подготовь свою столицу. Мне понадобится большая планета с хорошими ресурсами. У меня там Game World. У меня там ресурсы и так уходят в ноль. И население на 100%. Знаешь, что такое 100% населения на Game World? Это... Это склад колбасы. Это... Еще раз, сколько? Это будет 6 миллиардов... Колбасы. Не, даже 7 миллиардов особей колбасы обыкновенной. У меня, кстати, сейчас очень примечательный ход. Знаешь, чем? Чем? На нем ничего не происходит. Ну, блин, это почти как второй ход. Ладно, ну, в принципе, можешь же отваливаться. Я сейчас тут себе исследование воткну какое-нибудь и тоже буду отваливаться. Что мне, сохранить игру или продолжить игру, или главное меню? Ну, сохраняй, а потом это главное меню. Ну, давай. Давай. Так, ну вот, когда он отвалился... В общем-то, хочу сказать в завершение, что, ну, конечно, понимаю, что не каждому нравится такой вот формат. Но посудите сами, у меня, сколько, 3 нападения было на одну и ту же планету. Фактически в одном и том же месте, одним и тем же составом. Честно говоря, я считаю, что когда делаешь летсплей, нужно, во-первых, уметь что-то рассказать об игре. А во-вторых, нужно получать от игры, собственно, удовольствие, хоть какое-то. Но вот проблема в том, что если все будет идти, повторяться одно и то же все время, каждый раз, одно и то же, вот как это, нападают все время на одну и ту же планету, у меня эти ящерики, это, в конце концов, ну согласитесь, начинает раздражать. Вот. Так я, честно говоря, именно поэтому-то и почти забросил-то тогда прохождение-то всего этого соца, потому что меня тупо надоело то, что все, что происходит, это все тупо одно и то же. Повторение одного и того же. Ну и к тому же, как я уже говорил, изначально это именно так и планировалось, что буду играть с Тэ только с самого начала. Но, к сожалению, так получилось, что мне удалось уговорить его присоединиться только вот совсем недавно. Ну что я могу сказать, меня очень порадовали эти канонерки у Таркасов. Потому что... Ну... Как это... сказать-то. Я же говорю, раньше они так не умели. А вот теперь вы научились. И это, несомненно, меня радует. Нет, не риски, прибыль. Вот пусть будет урна резолюции. Это почти как урна революции, только урна резолюции. Ну что ж, так, пожалуй, нет. Вот это вот, пожалуй, мы строить не будем. Нам перехватчики не нужны, потому что цель перехватчика это охотиться на другие батлрайдеры. Но, к сожалению, у нас пока не на кого охотиться. Ну что ж, как всегда, с вами был Картавый Хикарь. Оставляйте ваши комментарии. Комментарии для меня значат гораздо больше, чем лайки и подписывания. И на самом деле, если хотите, чтобы я поиграл во что-нибудь еще, кроме там соца, какую-нибудь другую игру предложить можете, я, в принципе, готов выслушать предложение.
Вот. С вами был Кирай Хикарь. До следующей встречи.